Что может быть желание шубки для модницы в период приближения холодов? Только норковая шуба. Этот роскошный, нежный, блестящий мех сегодня считается едва ли не главным аксессуаром настоящей леди. К тому же, качественная норковая шуба прослужит вам верой и правдой не один год. Выбирая длину шубы, ориентируйтесь на свои предпочтения в одежде. Если вы привыкли носить юбки и платья, то вам подойдет шуба в пол. Если же вы часто носите брюки, то полушубок, который незаменим для активных женщин. Норка – это хищное млекопитающее. Может быть, поэтому обладательница норковой шубы чувствует себя немного хищницей. Женщина в шубе выглядит роскошно. Красивая шуба придает своей обладательнице определенный статус и очень хорошо защищает от холода. Шуба из норки подчеркивает фигуру и имеет небольшой вес, что по плечу даже самым хрупким девушкам. Хорошая шуба сама по себе олицетворяет благородство и шарм. Однако стоит обязательно подумать, с какой обувью и сумками вы планируете носить ту или иную шубу. Любой мех – это природный деликатный материал, поэтому шуба должна сидеть свободно. Мех норки считается одним из самых дорогих и востребованных, поэтому норковые шубы никогда не выходят из моды и всегда пользуются спросом. В настоящей шубе можно выйти на мороз и не почувствовать холода. Доказано, что при температуре минус 20 градусов норковую шубу вполне можно носить, надев на легкую блузку. В таком случае лучше купить один раз хорошую качественную шубу, чем менять шубки каждый сезон. Шуба из норки будет выглядеть как новая и через 5 лет носки. Поэтому главное, чтобы шуба была вам к лицу. При выборе шубы примеряйте разные модели. В зеркале вы сразу увидите, что это именно ваша модель. До 7 сентября во всех магазинах и снова действует акция «Норка от 40 тысяч рублей». Спешите порадовать себя!